Привет! Сегодня мы производим распаковку посылки с сайта myloopt.com.ua. Очень хороший сайт, советую всем. Очень качественно всегда упакуют посылочки наши. Очень быстро отправляют нам, удобно. Магазин с очень огромным ассортиментом выбора сырья для приготовления косметики. Да, еще один плюс, успею заметить, что если заказываете посылку больше, чем на 150 гривен, то доставка совершенно бесплатная. Так, сегодня мы заказали посылочку на 300 гривен, небольшую такую, в которой мы будем... вот наш лист заказа всегда сверху находится. Очень удобно. Так, уплотнительная бумага, чтобы ничего не разлилось. Сегодня мы будем ассортимент товара вам показывать для приготовления частичной мыла от шампуня и кондиционера. Итак, что у нас тут первое? Так, йогурта концентрат. Вот он. Необходим нам для приготовления для лица можно использовать его, а также для приготовления шампуня. Так, основа для кондиционера. Также в добавок к шампуню мы будем делать кондиционер. Это натуральная основа, которая помогает все компоненты, которые мы туда будем добавлять, оставлять истинный их запах. Так, следующее. Полиэкватерниум. Полиэкватерниум нам необходим для того, чтобы в кондиционер добавить увлажняющий эффект. Так, следующее. Индийский сандал. Очередной добавка запаха мыла, запах Востока. Так, следующее. Гидролизат протеинов кератина. Вот. Он нам необходим как природный белок для волос. Это мы будем добавлять его в кондиционер. Так, вот наша и жидкая основа органическая для нашего будущего шампуня, сделанного своими руками. Так, следующее. Отдушка лимон лайм. Очень интересный вкус для... Будем делать зелененькое мыло с запахом лимона. Так, фукогель следующий. Вот он наш фукогель. Он нам необходим для того, чтобы ухаживать за волосами. То есть добавляем, опять же, наш шампунь. Феноксиэталон. Также для приготовления шампуня объемом 10 грамм он нам необходим для как консервант. То есть все элементы в шампуне будут у нас четко держаться. Так, краситель жирорастворимый зеленый. Очень хороший краситель, красивый. Вот он его цвет. Очень красиво будет смотреться в мыле с запахом лимона лайма или киви, например. Так, перламутр жидкий золотой. Вот такого красивого золотого цвета. Он нам необходим для создания мыла. То есть, цвета это, если два цвета будут, не мигрирующие, не будут смешиваться через определенное время. Отдушка груша-ваниль с интересным запахом. Французская отдушка объемом 10 мл. Так, следующее. Витамин Е, или его еще называют женский витамин, который необходим для питать и увлажнять кожу головы. Да, опять же, добавляем в наш кондиционер. Водорастворимое масло авокадо. Вот оно. Будем добавлять в наше мыло и насыщать его витаминами. Так, это есть. Следующее. Еще мы вдобавок к нашему заказали глиттер серебро. Вот,
будем выготавливать прозрачное мыло с блесточками, с микроблесточками серебряными. Очень красиво будет смотреться в мыле. Так, еще один порошкообразный, гуаровая камедь, которая необходима в нашем шампуне. Вот она такого белого цвета, как загуститель, а также стабилизатор нашей эмульсии в кондиционере. Так, это есть. Так, следующее очень качественно вмотано, чтобы ничего не разбилось. Все очень качественно всегда на мыле ок делает. Так, и наш витамин В5 первый. Витамин В5, который нам необходим как незаменимый спутник здорового человека. То есть добавляем шампунь, чтобы он нам прибавлял витаминов. Так, и следующий хорошо замотанный. Это масло иланг-иланга, которое добавит восточного запаха в наших мылках. Так, и последним нашим лотом, приобретенным в сегодняшней посылке, это 5 пакетиков, где написано «ручная работа». Вот, будем поздравлять друзей с наступающими праздниками, готовить мыло, шампуни, поздравлять handmade. Итак, это на сегодня все. Будем распаковывать посылочки дальше. Очень советую сайт myloopt.com.ua с большим выбором товаров.